Друзья, всем салам алейкум, всех приветствую на канале. Приехал я в республику Дагестан, на южную сторону, сейчас нахожусь на юге Дагестана, а именно в Сулейманстальском районе, в центральном селе Касумкент. Сейчас хочу для вас сделать небольшой обзор, покажу вам сейчас село Касумкент, проедусь немножко по улицам, а затем обменяюсь автомобилями со своим другом, потому что у меня автомобиль, он ниже немножко, не позволяет проехать там в некоторых местах, поэтому мне там уже подготовили автомобиль более подходящий, поэтому сейчас доеду до товарища и поднимемся куда-нибудь на возвышенность. Так что, друзья, не отключайтесь, поехали. Поехал, друзья, забрал ключи от автомобиля, который меня там ожидает. Сейчас доедем туда. Только что был проливной дождь. Сейчас как раз свежак, думаю, будет интересно. Небо он открывается потихоньку. А то я переживал, что все будет, ничего не будет видно. Друзья, вот что меня ожидает, оказывается, здесь вот этот вот зверь ждет меня. Оставляем здесь тачку и садимся вот на этот трактор. Короче, вот такой вот, друзья, аппарат. Сейчас на этом аппарате мы попробуем сначала его завести, а затем подняться, короче, куда-нибудь на возвышенность. Короче, я за рулем УАЗа. Едем потихоньку, сейчас тронемся, заправимся. Сначала до заправки доедем, дальше уже поднимемся на какую-нибудь возвышенность. Покажу вам село Касумкент, друзья. Все, друзья, тронулись. Сел за баранку этого огромного автомобиля, который вообще для меня непривычен. О, туда, в горы. Да, мы сейчас поедем.
Как раз сейчас погода проясняется, вот хорошая погода стала после дождя. Сейчас поедем, поднимемся, покажем район. Очень быстро привык я к этой машине, почти что как на джете, короче. Касумкентские улицы, сейчас доедем до центральной площади села, это место тоже вам покажу. Центральная улица, которая ведет к площади села. Вот и, друзья, доехали до площади села Касумкент. Сейчас где-нибудь здесь остановлюсь. Центральная площадь села. А мы сейчас, друзья, поднимемся вон на ту сторону, на ту гору поднимемся, и оттуда я вам покажу обзор села. На этом вот. Не выехал еще из села, машина уже грязная. О, постепенно открываются вот такие виды. Спускаемся из села Аликент. Тут рация пищит. Сейчас мы проедем интересный мост. Ханский мост называется. Вот с таким вот каньоном. Вот откуда везут Рычалсу. Сейчас все это поближе покажу. Наверх поднимусь.
Итак, друзья, первая остановка сразу за селом Аликент. И вот какие здесь виды. Отсюда видно прям ближайшая территория села. Ну, мы еще поднимемся повыше. Вон туда куда-нибудь наверх. Если довезет нас УАЗ, то мы сейчас поднимемся, заберемся на верхушку и оттуда сделаем нормальный обзор. Пока что на таком уровне добрались вот до такого подъема. Вот дальше планируем сейчас вот наверх, куда я показывал, мы сейчас туда поднимемся. Это более массивный такой, более интересный вид будет. Вот первая остановка. Село Аликент, за ним сразу начинается село Касымкент. В той стороне. Ну, там это сверху будет очень интересно будет посмотреть. Поэтому погнали. Итак, друзья, позиция номер два. Вот как отсюда все видно. Потихоньку открывается район. Все больше и больше открываются просторы Сулейманстальского района. Но это еще не все. Сейчас мы едем еще выше, примерно вот в ту сторону. Сейчас здесь будет поворот, и за поворотом подъемы. В общем, поехали. Грязь после дождя. Первое же препятствие, я здесь встал без передка. Передний мост отключен. Здесь после дождя дорога, вот буквально полчаса назад был сильный дождь проливной. Сейчас попробую включить передний мост и трогаться. Короче, разобрался с этими мостами. Перекопал эту дорогу. На этих вот колесах. А так виды здесь бомбические. Вот облака тянутся опять в эту сторону. Буквально на глазах вот перекрыло вот ту сторону. Такие, друзья, здесь виды.
не в самый удачный момент облака наглянули сюда. Ну, посмотрим, может быть, разойдется, пока я туда поднимусь на нужное место. Там кошмар, копает, короче, дорогу. Итак, друзья, приготовьтесь к бомбическим видам. Ну что, готовы? Ну что, друзья, готовы к бомбическим видам окрестности села Касумкент в Сулейманстальском районе. Сейчас облака разойдутся, и вам будет понятно, в какое место я поднялся. На самом интересном месте, друзья, получилось его не совсем хорошо, потому что пока ехал через поле и увидел, как все вот затянулось вокруг облаками, вот хотел показать вот эту вот всю красоту, которая стоит передо мной вот в пропасти. Хотел эту долину, этот каньон и вот это все, что отсюда видно. С правой стороны расположено село Касумкент. Хотел все это показать, но вот такая вот печаль небольшая. Ну, чуть-чуть подожду ради вас. Может быть, все растянется, все будет нормально. И покажу вам вот эти вот вокруг все виды. На самом деле здесь вот такие места. Южный Дагестан, Сулейманстальский район. Придется немного подождать, подышать горным воздухом. К этому времени сейчас, ну, примерно минут 10-15 подожду. Если не разойдется, придется уж уехать, другое время сюда возвращаться. Виды. Вот он, каньон. Смотрите, вот такой вот каньон. Облака вот эти все испортили. Так было бы здесь просто прекраснейший вид был бы здесь. Если погода была бы нормальной, вообще был бы здесь бомбический вид. А вроде как все раскрывается, небо. Только здесь сильный ветер, даже разговаривать не могу. Вот этот вот каньон. Сейчас попробую показать вам, как идет каньон. Вот оттуда начинается. И вот так вот он идет. Здесь поворачивает, здесь затем снова идет вот так вот, такой вот каньон. Вот эту вот верхушку пока не получается посмотреть, потому что не видно из облаков. Вон ферму сейчас посмотрим.
тоже интересная дача здесь, домик. Теперь вернемся сейчас к каньону, чтобы посмотреть его более поближе. Бомбический здесь вид, короче. А тут правее уже потихоньку открывается вид на Сулейманстарский район. Еще приедем сюда более такую хорошую погоду солнечную. Погода все испортила. Хотелось бы лучше, конечно, но с тем, что произошло, мы тоже ничего не сможем сделать, потому что так суждено было изначально. Но пока что могу вот таким образом вам показать, поделиться с вами. Вот он, этот вид, про который я говорил. Село Арак. Далее идет дорога на Акуларский район. А в эту сторону открывается вид на Сулейманстарский район. Все, потихоньку буду спускаться, дальше не буду уже записывать видео. Вот, друзья, подписывайтесь на канал. Это еще первое видео, которое я вот сделал, пока еще возможности не было. Вот у вас стоит, ждет, просит, чтобы заводили, ехали в разные интересные места. Так что будем показывать много интересных мест. Подписывайтесь, поддержите канал. Пишите в комментариях ваше мнение, ваши эмоции, а также пожелания, можете советы. Вот. Так что, друзья, до скорых встреч. Всем салам алейкум. Удачи.